Добрый день, друзья! Я сегодня в Леруа Мерлен, город Ростов-на-Дону, улица Даватора. Сегодня первые поступления после 8 марта. Орхидей не очень много, но очень много остатков. Но орхидеи интересные. Я выбрала для себя вот такую орхидею. А одну показывать вам пока не буду. Покажу уже дома. Покажу просто вам орхидеи с названиями, которые сегодня пришли. Так что смотрите, может быть, вы найдете название и своей орхидеи, которую вам подарили на 8 марта. До новых встреч! Увидимся на канале!